Добрый день, меня зовут Артем Деев, я руководитель аналитического департамента компании Amarkets. И сегодня именно мне выпала честь перенять эстафету у своих коллег и продолжить наш традиционный канал коммуникации, который посвящен ответам на наиболее актуальные, горячие темы, которые сейчас обсуждаются всем трейдерским сообществом. Поскольку мы стараемся, конечно же, держать руку на пульсе, понимаем, что сейчас основной вопрос, вызывающий наиболее, скажем, горячее обсуждение, связан с регулированием, как раз сегодня видеоконференция будет посвящена преимущественно этому. Если мы посмотрим на те, скажем, комментарии, которые вы оставляли на нашем официальном форуме Amarkets, вопросы от вас, они также были преимущественным образом направлены на то, что же все-таки ждать сейчас от регулируемого в России рынка, ну, практически еще. Но такого прогресса, стоит признать, пока что еще не было, конечно же. Мы на пороге регуляции. Вроде бы как это решение еще откладывается, но все-таки нужно прекрасно понимать, что в той редакции, которая сейчас предполагает, опять же, законодательное подкрепление правового статуса российского рынка, эта редакция будет претерпевать еще ряд серьезных изменений, потому что в текущем проявлении закон, который, по идее, должен быть стимулирующим, он таковым не является. Более даже он похож на ограничительный и рестрикционный. Посмотрим, конечно же, как будут обстоять дела дальше, но сейчас давайте проанализируем то, с чем имеем дело вот на текущий и на данный момент. Прежде всего, если, опять же, объединить все вопросы, которые поступили за последнее время от вас под общую тему, это тема регуляции. С вашего позволения, я не буду останавливаться на каждом отдельном подвопросе. Мы пробежимся в целом про систему регуляции, про то, чего ждут, соответственно, брокеры, какие изменения произойдут в деятельности форекс-дилеров на территории России и, в конечном счете, как эти изменения скажутся на клиентах, которые привыкли работать на совершенно иных условиях, которые присутствуют на рынке. Прежде всего, также хотелось бы отметить то, что мы приветствуем законодательную инициативу по регулированию валютного рынка Форекс на территории России. Лично мое субъективное мнение сводится к тому, что такая спекулятивная среда, как финансовые рынки в целом, обязательно должна находиться под защитой собственного правового поля. Именно поэтому мы всегда поддерживали данное направление, выступая постоянными членами российских СРО, а также неоднократно принимали активное участие в обсуждении основополагающих принципов законодательного контроля, посвященного данной тематике. Тем не менее, у Центрального банка всегда была собственная позиция, и будто бы, испытывая какую-то исключительную потребность игнорировать конструктивные, стоящие рекомендации профессионалов этой сферы, ЦБ, российский регулятор, продолжал гнуть свою линию. В итоге время идет, а вопросов как у брокеров, так и, собственно, и клиентов меньше не стало. Мне кажется, за последнее время количество этих вопросов только возросло многократно. Например, до сих пор ничего не ясно и неизвестно о том, какие банки, на каких условиях, в каком виде будут предоставлять счета, на которых дилеры будут обязаны хранить средства клиентов. Стоит отметить то, что новый закон предусматривает появление номинальных счетов клиентов форекс-компаний и их обязательную привязку к банковской системе России. Здесь должен возникнуть абсолютно резонный вопрос, особенно актуальный для российских экономических реалий и специфики, характерные для банковской системы. Если у банка отзовут лицензию, что же тогда? Мне кажется, что даже диверсификация вкладов вряд ли будет гарантировать, что юридические лица получат обратно свои средства. И главный риск заключается в том, что стабильности как таковой нет в рамках самой банковской системы. При этом брокеров, да и клиентов, собственно, напротив, хотят еще больше и еще сильнее привязать к этой системе. Мне кажется, это неправильно. Есть очень много вопросов к тем условиям, которые якобы должны стать фундаментом для регулируемого в России рынка. Во-первых, это плечо. Вы знаете, что в рамках той редакции, которая сейчас рассматривается, установлено ограничение на кредитное плечо 1 к 50, что сразу же делает российские компании абсолютно неконкурентоспособными западными компаниями и, по сути, ограничивает право пользователей, которые привыкли сами выбирать торговые условия и, соответственно, желаемое кредитное плечо. Во-вторых, еще больше
скажем, парадокс связан с тем, что присутствует такое понятие, как 5-секундная задержка котировок. Это вообще нонсенс. Требование предполагает, что контрагент будет обрабатывать клиентские запросы, клиентские поручения по цене 5-секундной давности. Мы же с вами понимаем, что... Что такое вообще рынок? Что такое спекулятивная среда? Что с ней может произойти за 5 секунд? Особенно если за этот период времени мы сталкиваемся с очень серьезным макроэкономическим фундаментальным фоном. Ну, будь то публикация процентной ставки, либо конференция высокопоставленных монетарных чиновников. Цена, в принципе, за эти 5 секунд может пройти там не несколько десятков пунктов. Она может... соответственно, измениться как, соответственно, наверх, так и вниз больше, чем на фигуру, то есть больше, чем на 100 пунктов. И это может произойти за абсолютно короткий промежуток времени. В случае, если цена сильно изменится, брокер может просто отказать в исполнении ордера, чтобы не понести убытки. И в конечном счете, к чему это может привести? Сразу же хочется отметить, что если подобное положение все-таки будет утверждено и ничего не изменится в этом плане, такой, скажем, концепт исполнения как рыночное, то есть market execution, может просто исчезнуть, а клиентов будут ждать постоянные реквоты. Другими словами, добро пожаловать в кухонный механизм. Очень люблю, конечно же, этот термин, но судя по тем условиям, которые сейчас вроде бы как уже становятся основой для законодательного регулирования, это как раз и светит как раз появлению таких неприятных следствий, как... Опять же, не те, скажем, рыночные условия и не те возможности, которые вообще можно использовать на рынке. Далее. Сделки можно будет осуществлять только с валютами, которые внесены в общероссийский классификатор. То есть никаких криптовалют, никаких производных, никаких CUD. Об этом сразу же можно будет забыть. Был очень актуальный вопрос, который связан с налогообложением. Да, все верно. Если работаете с регулируемым в России брокером, значит придется платить налоги. Как будет устроена эта система? Скорее всего, механизм будет полностью скопирован с российской фондовой секции. То есть, когда на брокера будут возложены функции налогового агента, и он возьмет на себя обязанности, скажем, перечислять в бюджет, соответственно, подоходный налог с того профита, с той прибыли и дохода, который получит трейдер за определенный отчетный период. Также весьма, скажем, актуальная тема, которая связана с коллективным инвестированием в формате ПАМ-сервиса. То есть ПАМ-счета и регуляция. Это отдельная, конечно же, ветка для обсуждения. Хочу также отметить, что в той версии документа, которые должны регламентировать деятельность рынка на Форекс, указано, что запрещено объединяться в группы, выступать на рынке группами лиц, какими-то общественными организациями, собраниями, объединениями. То есть логичный вывод здесь напрашивается сам собой. Федеральный закон как таковой запрещает деятельности ПАМ-счетов. Но не хочу быть совсем категоричным. Хочется надеяться, то, что все-таки конечная редакция она будет иной, и вот этих жестких ограничительных мер их будет меньше. И, может быть, эти ограничительные меры все-таки обойдут систему коллективного инвестирования в формате ПАМ-сервиса. Что касается фактических сроков регуляции, вот буквально самое актуальное сообщение, опять же, по целому ряду большого количества запросов от форекс-дилеров в адрес регулятора было прошение о том, чтобы перенести сроки вступления, ну, фактического вступления закона в силу и, соответственно, сроки получения лицензии. Судя по тому, что регулятор практически поддержал эту инициативу, понятно, что даже сам Центральный банк понимает, что те условия, которые они подготовили, соответственно, ту базу, которая должна стать основой для регуляции на территории России, она еще недостаточна для того, чтобы способствовать становлению грамотного, профессионального и развитого рынка форекс-индустрии на территории нашей страны. Поэтому, скорее всего, действительно, сроки поедут еще на ближайший год. Мы продолжим, разумеется, за этим следить и освещать, опять же, по вашим встречным вопросам, наиболее актуальные в связи с этим вопросы и темы. Далее по вопросам. Как часто и в каком формате будет выходить аналитика Николая Корженевского? Планируете ли вы реализовать торговые сигналы на основе той аналитики, которая сейчас представлена в компании?
Хочется также отметить, что мы очень рады публичному возвращению Николая Коженевского в команду аналитиков Ammarkets, поскольку Николай является признанным экспертом финансовых рынков и настоящим лидером мнения. Его обзоры будут публиковаться на ежемесячной основе и, разумеется, посвящены наиболее актуальным инвест-идеям, которые, опять же, запланированы на ближайшее время, на ближайший месяц, и реализацию которых в рамках этого месяца можно дождаться. Вот отличным примером служит последний, опять же, прогноз от Николая Коженевского, где он весьма точно определил возможности коррекционного характера по паре евро-доллар, нашел очень привлекательный и действительно стоящий фундаментальный и технический уровень и дал рекомендацию о том, что евро нужно активно столить, потому что впереди у нас очень важное событие, связанное с возможностью изменения монетарной политики. Это может быть либо расширение программы количественного смягчения, это может быть снижение процентных ставок. В общем, Николай весьма детально проанализировал эту ситуацию и, на мой взгляд, принял очень верное решение. Я очень надеюсь, что вы воспользуетесь этой рекомендацией, потому что европейскую валюту против доллара, согласно, опять же, этим советам, можно было продавать даже выше, чем с уровня 1.10. Сейчас мы видим то, что пара уже практически подобралась к уровню 1.05, и, быть может, это еще не предел. Очень хорошие рекомендации были посвящены фондовой секции, поскольку любые меры экономического стимулирования, они как раз создают очень хорошие условия для потенциального роста фондовой секции, поскольку в целом должны быть направлены на стимулирование и оздоровление экономики. Мы знаем то, что даже в предвкушении программы количественного смягчения рынки неплохо растут. Европейская фондовая секция сейчас реально очень, скажем, динамична в плане роста. И поскольку событие как таковое, связанное с изменением монетарной политики, еще не реализовано, думаю, что это вопрос ближайшего времени и роста европейской фондовой секции, он еще не исчерпан. То есть в ближайшее время можно, соответственно, еще прокатиться и на дальнейшем укреплении позиции европейской фонды. Что касается предстоящего месяца, не буду, конечно же, забегать вперед, но хочу так сделать небольшую ремарку, анонсировать новый прогноз, он будет посвящен уже перспективам доллара, и я абсолютно согласен с Николаем, что сейчас именно будущая американская валюта является наиболее актуальной и интересной темой на финансовых рынках. Мы дождемся решения ФРС, это ближе к середине декабря, посмотрим затем, что произойдет с процентными ставками, и на основании этого уже будем строить дальнейшие прогнозы и планировать, что же ожидать от американца уже в перспективе следующих месяцев. Прогноз новый появится вот со дня на день, поэтому советую вам следить за нашим аналитическим разделом. Именно там он и появится, соответственно, сразу по факту анонсирования. Также знаю, что за последнее время был получен фидбэк от наших клиентов касательно возможности проведения совместных вебинаров. Сразу признаюсь, что возможность подобного, скажем, видеоэфира обсуждается, и, может быть, в ближайшее время мы что-нибудь придумаем. Другой вопрос. Планируется ли возобновление видеоконференции или лучше просто задавать вопросы в соответствующих темах форума? Если задавать вопросы в темах форума, вы сможете получить более, скажем, быстрый ответ. Что касается видеоконференции, то, как я уже отметил, поскольку данный канал коммуникации является очень востребованным, соответственно, мы, разумеется, продолжим эти эфиры. Вот сегодня один из них, следующий будет проведен по факту накопления вопросов, ну, либо появления каких-либо интересных, соответственно, событий на финансовом рынке, которые нужно будет осветить и по мнению по которым можно будет поделиться. Следующий вопрос. А мне вот интересно, как у вас формируются показатели успешных клиентов и есть ли подтверждение со стороны? Здесь снова хочу отметить то, что одна из миссий нашей компании – это стать брокером с самым высоким процентом успешных трейдеров. Специально для этого мы проводим детальное подробное изменение показателя на ежеквартальной основе. И результаты, собственно, сразу же опубликуем, сравнивая с представителями реально элиты индустрии финансовых рынков. Для нас вот ближайшим конкурентом является сейчас Interactive Brokers, но, опять же, учитывая тот инструментарий, который мы запустили в последнее время даже в рамках личного кабинета, анализатор, совокупная позиция, индикатор рыночных настроений Кайман, это как раз
те инструменты, которые направлены на повышение результативности и успешности торговли. Думаю, что в ближайшее время мы сможем замахнуться даже на обновление топа этого рейтинга и потесним позиции Interactive Brokers. Но без вашей поддержки, разумеется, нам не обойтись. Чтобы сравнение, опять же, по этому показателю было максимально справедливым, мы используем метод расчета, который предписан Национальной фьючерсной ассоциацией, то есть NFA. И те результаты, которые получаются в связи с этим, являются максимально объективными, которые позволяют нам сравнивать, собственно, себя с представителями, опять же, другими представителями индустрии. Далее вопрос. Веб-терминал и планируется ли его запуск? Если вы, опять же, внимательно следите за новостями нашей компании, вот некоторое время назад мы анонсировали веб-терминал для демо-счетов. Но поскольку, еще раз повторюсь, мы, опять же, остаемся клиент-ориентированной компанией, держим руку на пульсе и готовы отдавать клиентам те сервисы, которые востребованы, прекрасно понимаем то, что веб-терминал может быть интересен для тех, кто использует реальные счета. Поэтому в самое ближайшее время мы подключим уже и реальные счета, и с большой долей вероятности, ну, практически со 100% вероятностью, войдем уже в 16-й год с полноценно налаженными веб-платформами, которые будут обслуживать счета терминалов МТ4 как для демо, так и для реальных аккаунтов. Собственно, на этом все. Надеюсь, что вопросы, точнее, ответы, которые вы услышали на ваши вопросы, вас полностью устроят. И если, конечно же, есть какие-то дополнительные комментарии, мы ждем их на нашем форуме. И, соответственно, как только у нас снова накопится определенная пачка вопросов, мы проведем уже следующую видеоконференцию, скажем, о сроке, которые будут зависеть непосредственно уже от вас.